Это выставка графики, первая персональная экспозиция художника-графика Александры Левиной. Сейчас художник-график работает над проектом книги стихов Лего Бельчера, который захотел, чтобы его произведения были проиллюстрированы. Его произведения поэтические, очень интересные и необычные. Необычные, он многим нравится. Вот, мы работаем сейчас активно над книгой его. Александра Левина стала перед задачей сделать нетрадиционную иллюстрацию, а необычную трактовку в виде графики. Художник-график занялась поиском того метода, который мог ей помочь. Ну и в результате вот появилось несколько видов таких, но они известны, естественно, многие рисуют песком, многие рисуют маслом по стеклу, да, то есть это вот не какое-то там ноу-хау, да, но в моей жизни, в моей творческой судьбе это было впервые. И, конечно, я для себя открыла некоторые совершенно новые вехи в этом, вот, и, собственно, результат, некий рубежный результат представлен на данной выставке. Этот творческий процесс затянулся. За один день Александра Левина могла сделать 5-10 работ, а потом в течение 2 месяцев не могла себя заставить поработать. Сейчас художник-график в творческом поиске. Пока меня не устраивают мои дальнейшие какие-то работы, и я пробую другие материалы уже. Я уже говорила, что я хочу сделать 13 видов графики. На данный момент на выставке представлено 3 вида графики. Все работы очень интересные и живые. Посредством 2 цветов – черного и белого – художник-график добилась прекрасных результатов. Если вас заинтересовали данные работы, приходите в выставочный зал ДК «Содружество». Выставка работает до 31 мая.